Захар Шамсутдинов, по примеру своего отца, известного ульяновского борца Назира Шамсутдинова, мастера спорта международного класса, занимается борьбой. Тренировки, соревнования, учеба. На все это у 9-летнего паренька уходит очень много сил и времени. Однако ни Захар, ни его друзья по спортшколе «Борец» рутины не чувствуют. Надо сделать для ребят процесс тренировочный интерес, чтобы он перебивал, соответственно, вот, радикальное увлечение там, компьютером или сейчас масса соблазнов и не всегда полезно. И получить максимальный заряд, то есть эмоций, которые им понравился бы. Если это будет из-под палки, им не понравится. Если это неинтересно, не понравится. Чтобы изнурительные тренировки дарили, кроме силы, ловкости и выносливости, еще и положительные эмоции, тренер юных борцов Андрей Чернов обратился к теме физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». На одном из занятий мальчишкам предложили выполнить нормы, которые в свое время с большим удовольствием за грамотные знаки отличия выполняли их отцы и деды. Ребята готовятся быть нашими защитниками нашей Родины, и они должны быть всегда готовы. А для нас это хорошо, то, что мы проверяем общую физическую подготовку ребят. И будем проверять каждые полтора месяца. Подтягивание на перекладине, отжимания, прыжок в длину с места и упражнения на пресс, и даже лазание по канату. Программу тестов тренера борцовской дюши выбирали совместно с Олимпийским советом Ульяновской области. В каждом упражнении юные борцы сил не жалели. Я считаю, что невозможно выполнить нормы ГТО неподготовленным. К этому надо идти, готовиться усердно. Первый опыт ГТО в спортшколе «Борец» прошел на ура. Результаты мальчишек превзошли ожидания всех. Настоящим героем тестов стал участник первенства России среди слабослышащих Кирилл Глушенков. Он подтянулся 24 раза и прыгнул в длину на 2,5 метра. Еще один рекордсмен Александр Киселев отжался 109 раз. Также в победителях состязаний Николай Калашников и Захар Шамсутдинов. Через полтора месяца новые испытания комплекса ГТО. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».